И всем привет, ребята, продолжаем бушить ли он на 25-й ранг. Покрутимся, потимимся и забьем вот так вот ему. Вообще жестко же. Уже для Леона на 25-й ранг вот так вот жестко. Так. Погнали так. Пем! Давайте. Так. Ну, нет, я думаю, что с бой тимиться не надо. Так. Пытаюсь сделать видео, как у холдика, блин. Чек. Чекнуть видосики холдика. Это еще то искусство. Да блин, ребятки. Да, я думаю, я бы проиграл, но ничего страшного в этом нету. Ребятки, кстати, как вы думаете, мой контент довольно-таки неплохой или все-таки не очень, и мне нужно еще над чем-то допоработать? Вот если честно, мне кажется, что у меня контент такой, что нужно над чем-то поработать, все-таки делать видео как бы, типа как бы с веб-камерой, ребята, да. Но я думаю то, что в принципе и так неплохо, и так сойдет, короче, ребятки, да, и так сойдет. Так, главное сейчас не слить. Так, давайте затимимся. Что ты не тимишься? Странная какая-то. Так, ну хорошо. Так, давайте вот так вот проверять. А, ребятки, нас закрысили, гады. Да, если честно, мне это не нравится. Да. 8 место, минус 5, это капец просто. Сейчас мне еще эти кубки возвращать. Подбор еще супер долгий. Вообще, вот старый Brawl Stars, это реально вообще была имбушка. Но я, знаете, какие времена имею в виду? Ну, типа, те времена, типа, там, когда еще был только Мистер Пи. Вот такие времена, это вообще просто. Времена Мистера Пи, ребятки, это просто топчик. Да. Так, это топчик, да, ребятки. Это топчик. Да, 7-е место. По идее, да. Да, ребятки, это тупо фейл. Да, меня просто бомбит. Всем пока.